гражданские активисты и политзаключенные – несломленные герои нашего времени. Они – мощь, сила и яркий показатель того, что нам есть ради чего бороться. Их стойкость и борьба против диктаторского режима дает людям силу, веру и надежду на лучшее. Свобода нации, свобода слова и свобода выбора – основные цели наших героев. Даже находясь в заточении, они не стали прогибаться под режим. Конечно же, не без помощи и поддержки народа. Благодаря вашей финансовой поддержке, семьи многих других политзаключенных выживают в стране, где творится полный беспредел. Просим вас не прерывать эту нить благородного дела и продолжать финансово поддерживать гражданских активистов, политзаключенных и их семьи. В нашей поддержке большая сила и страх режима.